Сегодня 2 ноября 2019 года. Видео хочу снять об итогах, то есть по прессу, что у нас было в этом сезоне. Пропало видео, у меня флешка навернулась по ремонту. То есть делаем как? После сезона сразу его перебираем, доделаем, чтобы пока помнишь. Потому что весной все это забудется, смазали. И все в полном боевом комплекте поставили. Так, значит, вот видно, да, что все пальцы подборщика поменяли, перебрали. Подшип, сейчас покажу, подшипник меняли, в один валец вытаскивали. Вот он, здесь была маленькая стружка. И он как бы упавший был, провисший. И из-за этого туговато крутился и решили поменять. Так, ну и расскажу, какие проблемы у нас в этом сезоне были с этим прессом. Смотрим. Значит, пресс, класс 46. У нас стоит сетка, кто не видел наши видео. Показываю, счетчик обнуляли в начале сезона, сколько было, сколько накрутили, вот 1358, ну не знаю, сейчас будет там солома, может рулонов 50 получится замотать или нет. Итак, первое. Так, и что у нас, какие проблемы, какие ремонты, что было. Значит, в начале сезона у нас была одна покрышка треснутая, она сопрявшая, видать, была, и камера вылезла. Все-таки я подумал, что грибок будет, ну, как бы ненадежно на весь сезон, и чтобы не стоять во время сезона, купил заранее покрышки, поменяли две покрышки. Одна покрышка, по-моему, 6,5 или 7 тысяч что-то мне обошлась. Потом у нас вот этот натяжник уже был почти до конца дотянут, то есть цепь, три звена выбивали уже, и она стала наезжать на звездочку, пришлось ее поменять. Вообще не стал заморачиваться, искать немецкие, фигетские какие-то цепи, пошел на Швагроснаб, купил там, не знаю, китайская она, не китайская, в общем, за 2000, около 2000 цепь 5-метровую поставили, и она у нас отфигачила около 1000 рулонов с этой цепью. Что хочу сказать, даже если мне на следующий год ее придется поменять, я поставлю такую же. Если ее будет хватать на сезон, я вполне доволен. Чем покупать немецкие по 15, по 20 тысяч, это сколько у меня будет? 6-7 сезонов, я думаю, что даже немецкая столько не отходит. Так, первый валец, это вот этот мы меняли, тоже здесь подшипник навернулся, там такие, ну, посмотрите в видео. Значит, цепь поменяли, колеса поменяли, и уже после сезона, то есть вот мы подготовили, поменяли вот этот, два подшипника, тот с той стороны, там идет 206, но он коронечный такой, фиксирующийся полукруг, сферический, как бы сферой, с двух сторон зажимается посадочное место, там такая, ну, кто делал, поймет, кто не делал, посмотрите наше видео, будет все понятно. Значит, вот эти два подшипника, тот и подборщик мы перебрали, скаты маленько выровняли, там болты сделали, так больше что смазали его, еще все, больше никаких вложений, ничего не было, пресс отработал на отлично. Так что...